праздничный флаг небеса поднимая, ходит на площадь 9 мая. Город в парадную форму одет. День над страной. В рядах знаменосцев учащейся первой школы, победители и призеры районных и областных спортивных соревнований. Площади отряд Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юная армия», создан на базе техникума железнодорожного транспорта имени Сафонова. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к истории России, родному краю, героям, выдающимся ученым и полководцам страны. Воспитание у молодежи чувства патриотизма, дружбы, противодействия идеологии экстремизма. Деятельность юной армии направлена на подготовку юношей к выполнению воинского долга. Юноармейцы стали призерами областных военно-спортивных игр «Гвардия России», «Служу России», «Марш бросок Куликова поля». Девиз отряда юноармейцев «Один за всех, все за одного». На марше юноармейцы школы номер один. Учреждение в 2017 году получило золотую медаль и диплом победителя всероссийского конкурса «100 лучших школ России». Учащиеся школы, победители и призеры олимпиады и конкурсов различного уровня. Школа богата традициями по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию школьника. Трибуне приближается колонна юноармейцев школы номер 7. Это учреждение образования 70-летней истории. Среди выпускников школы многие известные люди района, учителя, врачи. Мы приветствуем учащихся... Работает 25 педагогов. В лицее реализуется программа развития «Безопасная школа». На площадь вступают юноармейцы школы номер 22. На протяжении многих лет образовательное учреждение сохраняет славные традиции патриотического воспитания. На стене школы установлена мемориальная доска Юрию Галушкину, ученику школы, погибшему в Афганистане. Именем Игоря Простомолотова, сотрудника милиции, геройски погибшего при исполнении служебных обязанностей,
названа одна из улиц города. Встречайте учащихся школы номер 59 имени героя Советского Союза Медведева, старейшей школы города. В этом году она отметит юбилейную дату 130 лет. Юнармейцы школы равняются на своих выпускников. Героям Советского Союза Медведева, Трегубова, дважды героя социалистического труда Звенягина, почетных граждан Узловой, Рожкова и Самсонову. К трибуне приближаются учащиеся школы номер 61. Школа сотрудничает с войсковой частью Северного флота Мурманской области. Ежегодно у мемориальной доски Аврааму Звенягину проводятся митинги памяти. Музею истории школы присвоено звание «Отличный музей». Школа – победитель военно-патриотических конкурсов события, подвиг героев бессмертен, героя земли российской.